Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем дальше продолжать играть на кроте Нине. Находимся мы на тестовом сервере. Сегодня у нас будет Нина 10 уровня с кинчиком, да, шахтерским, как-то его там называют, сейчас глянем. Копательница. Копатель онлайн, ёпта просто. Так вот, сегодня будем играть на этом скинчике, возьмем сборочку вот такую, знаете, ну, приближенная к реальности у нас сегодня всего будет. Кстати, я уже протестил, там командные бои работают, поэтому сегодня поиграем в боях на 5 на 5. Единственный минус, это, конечно, то, что я первое видео записывал случайно, в общем, ладно, не важно, короче, это не важно, никому это не важно. Итак, что же, я сегодня тестировал кое-что важное в боях, в общем, играл я Ниной вот этой вот, которая сейчас, вы видите, 10 уровня, против 18 уровней. И понял одну истину, ребятки, в реальном динамичном замесе от активного навыка у Нины нету никакого толка, полностью никакого. Но об этом еще поговорим. Также кофе вообще неприменимо. Вот просто вообще, вроде думаешь, что оно можно применить, но из-за того, что у тебя высокая скорость, ты просто не можешь активным навыком нормально попасть под конец и догнать вообще никого. Ну, короче, там дичь. Из-за динамичности слишком большая дичь получается. Ну, по крайней мере, против сильных противников. Против нубов, возможно, и хватит кофе. В принципе, будет выгодно, возможно. Канистру еле проверил, кстати, ребятки, да. Работает она, к сожалению, сразу же, когда вы нажимаете активный навык. То есть она не работает после нажатия активного навыка, да. То есть я думал, как она будет. Ну, как с феромонами, да, и как с перчаточкой. То есть вы нажали активный навык, он работает, работает, работает. Потом вы выпрыгиваете из земли, и у вас включается феромон и включается перчаточка. Я думал, то же самое будет с канистр гелем. Но нет, она работает сразу, поэтому фигня полная. Это на будущее я вам сразу говорю, чтобы вы знали, что эти два предмета, они как бы, к сожалению, вот такой вот мусор. Но эти тоже предметы мусор, поэтому из хорошего это феромоны, бицухи. Наверное, все-таки вот эта вот фигня хороший предмет. Ну, бинокль, ясное дело, сам по себе. Турборакеты, кстати, возможно, тоже будут неплохие. Ну и стандартный набор, это вот эти вот 4 предмета, которые 3 у меня надеты, и вот дефибриллятор. Вот и все, в принципе. Если у вас, кстати, хорошая команда, можете взять вместо кола адреналин дефибриллятор на 3 слота и играть вот так вот. Ну, это если что, вы потом в будущем, когда будете прокачиваться, чтобы вы знали. По атрибутам. Вот так вот распределял для 10 уровня. Опять же, фулл прокачка, не забываем, да? Взял для лука почти фулл перезарядку, потому что перезарядка очень долгая. Надо сокращать, а это у него лук. Ну, короче, лук надо сокращать очень сильно. В игре прям очень сильно не хватает перезарядки на луке. Надо ее фиксить до 3 секунд. Дальше копье. Опять же, спартанское копье, да, вот это вот все дело. Которое мы увеличим на дальность, потому что за счет дальности увеличится урон. Но перезарядку, ладно, 4% оставим, фиг с ней, да. Хотя, наверное, даже вот так вот сделаем, ребятки. Так, поверьте, будет намного лучше. Ну и залповый дробовичок. Тоже дальность фулл вкидываем, потому что удобно. Вот как-то так, вот такой вот баланс, чисто чтобы хотя бы реализовывать урон немножко. По остальным делам вроде бы больше нечего сказать. Все атрибуты все прокачаны, поэтому идем в бой смотреть на имбу. На имбу. Имбу! Имбу в кавычках очень сильных, ребятки. Очень сильных кавычках, потому что персонаж на самом деле не так хорош, как бы мне хотелось это говорить. Он, конечно, неплох, но далеко не хорош. Итак, ребятки, мы подзагрузились, у меня как вы... Вы, наверное, не знаете, но, в общем, вылетела игра. И опять у меня 18 уровни. Вот что я уже не делал, чтобы у меня не было 18 уровней. Я уже рейтинг везде фиксил и все остальное. Мне, короче, все равно кидает 18 уровней. Наверное, что-то нужно опять переделать. Ну, короче, против 18 уровней играть практически невозможно. Вот просто невозможно. Они слишком душат. Но... Вот вы можете посмотреть, да? В обычном замесе, не динамичном. Это ок. Это ок, это играбельно. Но в динамичном замесе это забейте. Еще я отдал аптечку. Ой, точнее, это щиточек. Ну, хотя бы похилиться успел, это хорошо. Мой сквад в центре умирает. Ну, в общем, из-за вот этой тупой загрузки, которая меня выкинула из боя. К сожалению, вот так. Я, короче, не знаю, что делать. Возможно, сейчас по в 3 на 3 зайти бои. Возможно, в 5 на 5 теперь только 18 уровни. Ну, вы видите, короче, против 18 уровней немножко тяжело. Немножко. Даже с тем, что у них сборки какашки, но все равно тяжело. Ладно, погнали, попробуем в 3 на 3. У меня тут, видите, еще язык сбился. Чтобы вы понимали, меня выкинуло из игры. Выкинуло из игры, да? И у меня после этого сбился язык. Ну, если я нажму, кстати, сейчас вот эту штуку, у меня, это, перезагрузка пойдет. Поэтому я нажимать не буду, поиграем так. Так, дальше мы отправимся... А, у нас тут дизматч. Ладно, давайте еще раз попробуем сыграть. Вдруг все-таки закинет к нормальной команде. Фиг с ним, с этим языком.
Ну такой бред, понимаете, просто игра взяла, выкинула из игры, да? Или загрузилась, запустилась другим языком. Нормально вообще? Вот что это за дичь? Это игра Зуба. Ее гениальные разработчики. Да, ну это тестовый сервер, да. К сожалению, видите, вот проблема небольшая с тем, что 18 уровней попадаются. Надеюсь, их сейчас не будет. Надеялся я и вот они, да. Ну вот сейчас вы увидите динамичный замес и посмотрите, что такое в этом динамичном замесе использовать один навык. Видите, за счет скорости вот просто сдвинулась Дона в последний момент, все. Актив навык пошел в никуда. Нужно вылетать, вот, не знаю. Это вот чисто на низком уровне каком-то это будет реализовываться. На других вообще вариантов нет. Просто на других уровнях это нереально. Где адекватные замесы происходят, там просто вы не вывозите. Даже с хорошей сборкой, даже с адекватными действиями. Вот видите, они такое ощущение, что заранее отходят просто. Мне кажется, у ботов настроена механика отходить от Нины, чтобы не подставляться под этот удар. Ну, короче, я не знаю, ребятки. Реализация такие навыка полный мусор. Вот прям полный мусор. Полностью нереализуемый. Хотя, возможно, из-за того, что просто нормальные бои, да? Если бы были бои гениальные, возможно, там бы была и реализация нормальная. Ну, вы знаете, разработчики не будут делать вот под такие бои что-то в игре. Нет, они делают под бои с гениями. И следовательно, все гениально получается. Неплохо, кстати, да, ворвались. Кстати, неплохо реализуюсь. Слушайте, нормально. Мне нравится. Блин, жаль, боты не помогли. Ботики, помогите, ну. Вперед, Дона, вперед. Мощная Дона. Уже второй раз меня спасает. Ля, какой выстрел. Она не двигается. О, двинулась, норм. О, я не могу с этих ботов, конечно. Ну, поверьте, этот уровень намного лучше, чем то, что вы видите от игроков, к сожалению. Жесть, вот это я что-то понаоткрывал, как всегда. Я еще и MVP. При том, что трупом пролежал. По сути, я мог последний склад сам задушить, но там немножко не повезло. Ну как вам, а? Дичь это. Я считаю, достойная дичь. Достойная. Давайте в другой режим зайдем, попробуем соло сыграть. Там что-то написало, я даже не знаю, что. Может, сейчас сбросилось, нет? Ладно, пофиг, давайте проверим. Я просто не знаю, сколько мне рейтинга уже нужно сбросить, чтобы меня не кидало к 18 уровням. Но меня, походу, опять кинет к ним. К сожалению. Но это, конечно, пофиг, на самом деле. Главное, это то, что... Вы видите, какова реальность, да, Нины. А реальность Нины вот такая, ребятки. То, что, как бы вы ни старались, к сожалению... Динамичный замес, это просто не для нее. Просто не для нее, она не вывозит. 18 уровень, все равно. Все равно 18. А чё мои друзья... Ладно, проехали. Тут замес на 3 склада. Посмотрите, как там дичь. И я такой ворвался в это все. Беги, Нина, беги. Там еще заблочили мне актив навык на Нине. Ну, нормально. Сойдет. Короче, у нас шансов тут нет, я так понял, да? Ой, да. Ну, что я могу сказать, ребятки? Нина имба. Против нормальных игроков шанса не будет. Ну, и нормальных ботов тоже. Ну, кстати, почему в нашей игре вот нельзя просто взять и добавить ботов? С нормальными, кстати, предметами. Видите какие-нибудь предметы, да? Предметы фигня. Вот если бы разработчики взяли и добавили бы ботов этих вот для того, чтобы вот проходить рейтинг, да? То есть, условно... Блин, даже объяснить не знаю как. Я бы хотел, чтобы у нас рейтинг до какого-то уровня, не знаю, до какого, но повышался чисто на ботах. И вот если вы не можете как бы пройти испытание в виде таких вот ботов в каком-то количестве раз, к примеру, то все, значит, рейтинг вам не бустанут. Типа, как бы это сказать, вот каждые 200 рейтинга была бы заглушка в виде боев с ботами. Не можете пройти эту заглушку, да, с ботами, то все, конец. Я считаю, это было бы красиво. Очень красиво. Don't worry. Это, кстати, вот эта фигня, которая типа у нас должна работать, но на самом деле не работает. Ну, хотя ладно, она работает, конечно. Но тут написано, что типа нельзя понизить трофеи, но у нас это почему-то убрали с основных серверов. Хотя когда-то добавили, и нельзя было снижать рейтинг ниже 1000, поэтому, ну, если вы на ком-то обузите, оставьте рейтинг ниже 1000, ребятки. Потому что это выгодно. Хотя бы на парочке держать.
Потому что вдруг опять разработчики когда-нибудь вернут, и опять нельзя будет снижать рейтинг ниже 1000, и вот будет такая фигня. Ну а что я хотел в виду, имел в виду сказать? Вот сделали бы они какое-нибудь испытание в виде там, условно, каждый там 1200, 1000 рейтинга, 1400, 1600. Что вот этот вот момент нельзя пройти, пока вы не убьете бота. Точнее, пока вы не пройдете бои с ботами. А бои с ботами, вот, к примеру, как видели сейчас, да, 10 уровень против 18. Ну вот как их пройти? Тебя просто унижают и все. И все, и ты не можешь ничего им сделать. Потому что боты кнопки нажимают. Это при том, что у них еще там куча всяких проблем с действиями, куча проблем с предметами и всем остальным. Да, если бы у них было все нормально. Представь себе, чтобы это было, да? Нормальная логика, нормальные предметы, нормальные действия. Да, конечно, подкрученность у них в плане стрельбы осталась, но все равно. Просто вдумайтесь, если бы они были нормальными, что это бы это было. Это был бы развал кабин, ни один гений бы не прошел 1200 рейтинга никогда в жизни. Поэтому вот как-то так. И это было бы, наверное, нормально. Точнее, даже не 1200. То есть на 1200 тогда бы стояли какие-нибудь, не знаю, 13 уровни. Там 14 на 1400. Можно было, кстати, каждые 100 рейтинга добавлять. Такое бы. Там 16 на 1600, да? 18 уровни на 1800, 20 на как бы на 2к рейтинга. Победили 20 уровней на 2к рейтинга. Взяли, прошли дальше. Как бы. Ну, было бы прикольно. Гениев бы это не пропустило выше 1200, а нормальных игроков бы пропустило. И вот так бы это все отличалось бы. Ну, ладно. Мечты мечтами, ребятки. Гении разработки, к сожалению, никогда ничего хорошего не сделают. Поэтому на этом прекрасном моменте непонятных и бесполезных рассуждений мы будем заканчивать это прекрасное видео. Про Нину, потому что я не могу себе ничего настроить здесь, чтобы были нормальные противники против нас, хотя бы нашего уровня, к сожалению. Вы уж извините, ребятки. Не работает эта фигня. 18 уровень кидает, и все, я ничего сделать не могу. Поэтому, скорее всего, мне придется сбрасывать на тестовом сервере настроечки, и все это снова мутить с нуля. Короче, веселухи будет много. Ну, в будущем мы еще посмотрим Нину на 15 уровне, 4 слота. Возможно, предметики прокачаем интересные получше. В общем, подумаем. И посмотрим другой скинчик. Вот как-то так. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, что думаете. Не болейте, не скучайте. И всем пока-пока.